Это самая лучшая поза для женского здоровья. Если ты побудешь в ней всего 3 минуты каждый день и воспользуешься тем советом, который я дам в конце, то у тебя станет более ровный гормональный фон, а тело расслабится, уйдут спазмы. А еще исчезнут неприятные симптомы ПМС. Сейчас расскажу, а пока забирай свой подарок в комментариях к этому видео. Садимся в позу бабочки. Руки держатся за стопы. Спина прямая, колени опущены. Дышим, расслабляемся. Чтобы спина не скруглялась, а первое время она будет скругляться, сядьте на кирпичик для йоги или на подушечку и прислонитесь спиной к стене. Но одно упражнение гормональный фон не выровняет. Поэтому главный совет – это снизить количество углеводов и уровень гормона стресса. Попробовали так посидеть? Напишите в комментариях свои ощущения.